У старейшего сошинского храма, который расположен в Хосте, богатое зеленое убранство, а гордостью стал цитрусовый сад. Он был заложен несколько лет назад. Саженцы привезли из Италии, а садовники Светлана Гончарук и Николай Соколов вырастили деревья, которые ежегодно обильно плодоносят. Они вкусные, полезные, радуют глаз, и они для тех людей, которые приезжают, они экзотические, поэтому все любят фотографироваться на фоне этих деревьев. Когда они спеют, созревают, мы их в первое воскресенье раздаем всем, кто к нам приходит в храм. Попробовать мандарины и апельсины, выросшие на церковной территории, можно будет в это воскресенье. Плоды раздадут прихожанам сразу после божественной литургии.